Не так давно солдаты 115-го зенитного ракетного полка вернулись победным вторым местом с престижного международного конкурса «Зенитчиков. Включай от неба» 2016. Военнослужащим удалось обойти серьезных соперников из Казахстана и Китая. Такой результат оказался вдохновляющим для брестских защитников неба, своего рода стимулом к достижению новых успехов. Ко всему вышеперечисленному можно смело добавить итоги третьего этапа тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Ошулук. Команда военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка в составе 48 человек представила свое подразделение на высочайшем уровне. Защитникам неба предстояло проявить себя в нескольких испытаниях: прием российской техники, подготовка ее к стрельбе, организация хранения, наземной обороны, размещение. Со всем этим солдаты справились, оставив позади сильных соперников. В учениях принимали участие боевые расчеты 1-го и 377-го зенитного ракетного полка, 15-й зенитной ракетной бригады. Технику мы знали, как готовить ее, тоже знали особенности подготовки техники, были для нас не новы, не секрет. Поэтому и стали мы лучше. За каждой громкой победой, как известно, огромный труд. В данный случай красноречивое подтверждение. Для того, чтобы достойно выступить на учениях, солдаты проходили серьезную подготовку, осваивали сложные упражнения, оттачивали военное мастерство, сводили к минимуму ошибки. Месяц упорных тренировок сыграли на руку, итог говорит сам за себя. Солдаты ответственно подошли к делу, а главное, с огромным желанием лучшим образом показать себя. Сама по себе работа очень интересная. Вы довольны? Очень довольны, да. Все получилось. Все как хотели, так и получилось. Однозначно в следующем году снова будут проводиться международные соревнования, поэтому я думаю, что мы примем здесь у нас сначала в Республике Беларусь в отборочном туре. Вот, будем надеяться, что победим. Вот. Ну и однозначно будем готовиться к этим международным соревнованиям. Немножко внесем коррективы в нашу подготовку, более акцентируем ее на тех вопросах, которые на международных соревнованиях отрабатываются. Цели захвачены, мишени поражены, им поставлены новые рекорды. Очередные учения подтвердили в рядах 115-го зенитного ракетного полка. Мужественные, выносливые, сильные солдаты. Словом, настоящие защитники неба, для которых любые сложности по плечу.